Отделался штрафом. В Вольске завершилось рассмотрение громкого дела в отношении водителя скорой помощи Юрия Волженина, которого задержал инспектор ГИБДД, когда он перевозил тяжело больного пациента. Напомним, инцидент произошел в мае. Сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, который с выключенными спецсигналами выехал на встречную полосу. Несмотря на то, что в автомобиле находился больной, полицейский не отпустил карету скорой помощи, а для транспортировки пациента предложил вызвать другую машину. Судья признал водителя виновным по двум статьям. В качестве наказания ему придется выплатить штраф 5000 рублей за выезд на встречку и 500 рублей за управление автомобилем без прав.